Цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Black and Decker. Более 110 лет истории. Два инженера, у одного фамилия Black, а у другого, как ты понимаешь, Decker. Соответственно, создали корпорацию, которая начала очень активно развиваться. Инструменты. Первая ручная дрель находится вот как раз за инженерами компании Black & Decker. Представительство в Европе, в Америке, вообще по всему миру. Одна из мировых лидеров по производству садового инструмента. Это легенда. Это легенда с репутацией качественной и надежной техники. И я рад сегодня держать в руках эту качественную и надежную технику в виде триммера лесочного и аккумуляторного. Аккумуляторный триммер для эффективного кошения травы на ваших дачных участках. Что он может вообще? Нет, ну давай вот начнем с того, что он работает от аккумулятора. То есть никаких проводов, никаких бензиновых смесей нам не надо. Вы просто ставите аккумулятор сюда и далее уже ходите и косите траву. То есть провода за вами никакие не тянутся, никакие удлинители вам не нужны. Далее. Аккумулятор, естественно, питает двигатель, который приводит в движение леску. 9000 оборотов в минуту. Этого достаточно для того, чтобы эффективно скашивать как молодую траву, так и уже такую зрелую, толстую поросль, которую не успели скосить вовремя, и сухостой после зимы, допустим. Смотрите, да? 9000 оборотов в минуту. Ширина кошения 25 сантиметров. Опять же, это удобно и для ровных газонов, и куда-нибудь залезть в труднодоступное место. Именно с помощью этого триммера. Далее, штанга телескопическая. То есть этот триммер можно настроить под свой рост и косить в удобном положении, чтобы спина потом не болела, да, вот как мы всегда это выходим. Из металла сделана штанга, но данный триммер облегченный. Так, давай вообще взвесим, потому что нам, девочкам, действительно важно, чтобы вот такой агрегат весил достаточно легко. Так, вот у нас все здесь по ноликам. Давай сейчас взвесим, сколько. Это уже с аккумулятором, это с двигателем, и мы видим всего лишь 2 килограмма. 2 килограмма, то есть даже хрупкая девушка, либо пожилой человек, может быть, даже подросток, ребенок скосит с помощью этого триммера то, что нужно скосить. Ну и дальше свобода движения. Смотрите, просто берем, запускаем и эффективно, посмотри как, 9000 оборотов в минуту. Оптимальная скорость для того, чтобы скашивать. Ой, красота какая. Запах травы, что может быть лучше? Ну, действительно, знаете, я вижу, что газон получается красивым. И косит такой аккумуляторный триммер буквально за вот считанные секунды. Совершенно верно. И все это делает компания Black & Decker специально для вас. Это аккумуляторный триммер, дорогие женщины. Кстати, вот я хочу сказать, что в прошлый раз, когда мы демонстрировали такой аккумуляторный триммер от компании Black & Decker, у нас разлетелось сразу, буквально за считанные секунды, более 200 предложений по всей России за всего лишь один час. По вашим многочисленным просьбам, мы повторяем аккумуляторный триммер Black & Decker. И, внимание, сегодня он для вас в эксклюзивной цене 6999 рублей. Посмотрите, это чудо! Агрегат подходит даже для нас, для девочек. Он еще и облегченный. И, внимание, он работает на аккумуляторе. Вы сегодня только во время прямого эфира получаете второй аккумулятор в подарок. А это значит, вы можете косить в два раза дольше. И еще хочу сказать, что такой триммер аккумуляторный Black & Decker вы получаете сегодня с бесплатной доставкой. Ну что ж, еще раз мы смотрим, да, то, что действительно никаких проводов, никаких катушек, мы не привязаны к розеткам, мы просто вставляем аккумулятор и косим где захотим, там, где нет электричества. Лесочный триммер, соответственно, мы можем вот так вот аккуратно привести газон, то есть сделать его идеальным. То, что не могут сделать другие газонокосилки. Да, бензокосы бывают, бывают такие на колесиках косилки, но
без триммера не обойтись. Смотрите, аккуратную кромочку можно сделать. Ничего здесь. Себе. Я расскажу про этот механизм, который есть в этом триммере и что он дает. Можно скашивать возле, ну, допустим, веранды, да, террасы, возле каких-то насаждений. Опять же, только лесочный триммер может справиться с этой задачей. Ну вот, знаете, давайте с вами вспомним историю. Что напоминают нам наши, да, пилы, которыми мы косим траву? Это вот эта вот груда проводов ненужных, в которых мы путаемся. Я сейчас чуть в них не запуталась. Есть еще и бензопилы, я знаю, на бензине, дорогие женщины. А это наша экология. Мы этим, конечно, получается, дышим. Хочется, Леша, вот это все взять, знаешь, вот отложить в дальний угол и от этого всего избавиться просто-напросто. Угу. И найти одно чудо, которое поможет нам косить траву и не путаться в проводах. Ну, искать его не нужно. Вот это чудо у меня в руках. Я его попробовал у себя на даче, и я в него просто влюблен. И любовь эта моя заключается в том, что здесь, конечно же, нет никаких проводов. Так. Да? Это большой плюс, то, что вот аккумулятор литий-ионный на данный момент это одна из самых эффективных технологий, которая позволяет сюда напитать большое количество энергии и долгое время не подходить к зарядке. А вот смотри, получается, это все-таки аккумуляторный триммер. Получается, он заряжается от сети. Вообще, вот сколько его надо заряжать по времени? 3 часа. Полный заряд — это 3 часа. Это быстро для данного аккумулятора. А насколько по времени хватит, чтобы косить именно? Где-то на час работы. Час работы. Причем с хорошей скоростью 9000 оборотов в минуту вы будете скашивать. За час можно скосить где-то до 5 соток газона. Ну, если это ровный газон, и вы просто идете и косите, то где-то 500 квадратных метров, 5 соток вы можете скосить вот с одного аккумулятора. То есть, еще раз, это очень энергоемкий аккумулятор, заряжается быстро, а тратит энергию медленно. У меня один раз муж просто косил траву и спилил мои любимые цветы. Вот чтобы здесь не спилить, посмотрите, мы выставляем специальный ограничитель, который разработали и внедрили инженеры компании Black & Decker, для того, чтобы ваши цветы, ваши драгоценные насаждения не были срублены. Вы просто эту штангу вот так опускаете, и далее, смотрите, мы пошли ходить. Цветочек у нас на месте. А мы с вами, опять же, без проводов, обходим вокруг и срубаем травку. Если бы были провода, то провода могли запутаться вокруг цветка, могли что-нибудь сломать. Здесь вы можете абсолютно свободно вокруг дерева, вокруг куста обойти. Знаете, это действительно здорово. Во-первых, мы сегодня с вами получаем беспроводной, безбензиновый аккумуляторный именно триммер. Он работает на аккумуляторе и позволяет косить абсолютно любую площадь. Работает он в течение часа, дорогие мои. То есть за час мы с вами можем сразу прокосить буквально 5 соток вашего участка. Обойти любые цветочки, потому что есть специальное приспособление, и ваши клумбы останутся в порядке. Сегодня у нас уникальный эфир, потому что, забирая вот такой триммер аккумуляторный, вы второй аккумулятор получаете в подарок и еще бесплатная доставка.